Овна, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. И первая карта, это, мои дорогие Овны, это карта дьявола, карта искушения. Посмотрите, вот на начальном месяце у вас могут быть какие-то искушения. Здесь некоторым людям говорится, что вам можно даваться те моменты, те ситуации, которые вы бы хотели, вот, чтобы в вашей жизни, но здесь говорится, что нельзя искушаться. Следующая карта, мои дорогие, шестерка кубка. А шестерка кубков что говорит? Что вы можете вот вспоминать своего прошлого. Вот опять вот вас будет тянуть вот именно вот то состояние, когда было вам в прошлом что-то, знаете, вы не могли отпускать. Вот именно вот по дьяволу здесь говорится то, что здесь может быть то состояние из прошлого, когда вы не могли отпускать человека, или вы не могли вот какой-то вот именно в работе или вот оставить вот в прошлом. Следующая карта, мои дорогие, для вас. И это карта шестерка жезлов. А здесь может быть касаться тема то, что отношения, именно прошлых отношений. Смотрите аккуратно, потому что вот именно может быть прошлое что-то из вашей жизни, может именно в начале ноября вот может появиться. Вот здесь говорится, как даже совет можно сказать, что не искушаться, не поддаваться опять в те же чувства, в те же эмоции, потому что здесь может быть, некоторые люди могут выпивать, или то, что могут даже вот иметь вот отношения свои, а вот попасть в те же моменты, вот может появиться человек из прошлого, и вы опять можете вот вернуться в том месте. Следующая карта, мы посмотрим на середину, что вас ожидает на середине месяца. Паж кубка. А паж кубка говорится, вот поэтому и дается то, что вот даже дальше говорится то, что здесь может быть у вас были вот отношения, но здесь касается, может быть, тема треугольника. Здесь может быть то, что или вы были как третий человек, или человек, который с вами был, он имел свою семью или свои отношения вот постоянные. Но здесь смотрите аккуратно, вот именно то, что касается, чтобы вы опять не попали вот в то состояние из прошлого. Следующая карта для вас, мои дорогие. И семерка жезлов. Но смотрите, даже то, что вам тяжело на середине месяца, даже то, что вы понимаете, что вот это прошлое, что вам как бы вот на середине месяца понимаете, что она ничего хорошего из этих отношений, все-таки вы преодолеваете вот эти именно трудности. Вот именно вот вы начинаете вот отпускать, вот даже вот, знаете, вот состояние такое, что, конечно, бы и не хотели отношения вот оставить в прошлом, но вы понимаете, что вам трудно быть в этих отношениях, вот, которые у вас были. Следующая карта, мои дорогие, для вас. И это туз пентакли. А туз пентакли говорится, у вас будет шанс. Но смотрите, шанс здесь может говориться для того, чтобы вы чего-то вот как бы оставили, именно вот по поводу, потому что здесь идет, как касается отношения, вы должны вкладываться в работе. Вы должны больше вот начинать свои, знаете, вот мысли, думать больше о работе. Больше то, что у вас может быть шанс какой-то, то, чтобы на новую работу, где вы вот выстраиваться, где там может быть, где вот даже может быть середина говорит, что там, где вы находитесь на том работе на данный момент, у вас есть человек, которому вы можете доверять. Даже то, что вам тяжело, даже то, что вы осознаете, что не так это легко оставлять в прошлом все, что было. Вот как бы то, что вот эти чувства ваши. Но здесь есть человек, которому может доверять, и вот именно вот рассказывать, что вы легче оставили вот эти отношения. Следующая карта, мы посмотрим на конец месяца, это пятерка кубков. Пятерка кубка и говорит, даже то, что вам больно, даже то, что вам тяжело,
нужно все это оставлять. Потому что ни к чему хорошего, вот именно в конец ноября, вам ничего не дается. Вам больше, вот, больше идет вот эти трудности, именно вот внутреннее состояние, больше вам как бы дается то состояние, когда вы не двигаетесь вперед, вы не даете этот шанс, чтобы вы начали чего-то нового. Следующая карта, карта императора. И вот карта императора говорит, даже то, через эти трудности, то, что у вас вот это дается нелегко, вот здесь нужно контролировать вот именно ваше состояние, именно вот нужно быть чуть уверенной в себя, то, что у вас это получится, даже если это тяжело, даже если это иногда не получается, нужно двигаться вперед. И, конечно, мои дорогие, мы возьмем карту совета для вас и посмотрим, что вам высшие силы вам подсказывает. Вот, конец месяца, высшие силы говорят, возьмите какую-то паузу, вкладывайтесь больше вот именно в финансы, больше вот в работе, осознаете, что на именно вот на ноябрь месяц вам больше нужно вот обращать внимание на работе, потому что здесь идет шанс, то, что вы должны это вкладываться, как бы чтобы отпускать ваше прошлое, почему? Потому что здесь уже начало месяца дается искушение у вас, и вы должны это понимать, что ни к чему хорошего вот вас не приведет. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.